Что для меня уличная фотография? Для меня это слепок эмоций и экспрессии людей в их обычной, привычной среде, улицах Португалии. Это охота за моментом, когда люди взаимодействуют с уличной средой, или сама среда взаимодействует с людьми. Я что-то сродни рассказчику, который через свои работы рассказывает людям, что происходит на улицах Лиссабона и в других интересных местах Португалии. Я стараюсь проникнуть внутрь чувств героев моих работ, в их лица, движения, особенности поведения. Я стараюсь показать в них что-то уникальное, особенное, что-то прекрасное. Моя цель — поделиться со всем миром тем замечательным и прекрасным, что мне удалось поймать на улице. Уличная фотография — это некий вид бегства из повседневной рутины, ее стрессов. В это время я полностью сконцентрирован только на улице и происходящем вокруг. Может быть, в этом я немного отличаюсь от других людей, но мне просто необходимо уделять некоторое время своим прогулкам. Я не верю в то, по крайней мере, со мной такого пока не случалось, что вы можете снять свою лучшую фотографию, ожидая этого. Чаще всего это случается спонтанно, когда вы гуляете с семьей или ходите своим обычным маршрутом. Моя страсть к уличной фотографии проявляется в тех моментах, которые я увидел и снял спонтанно. В эти моменты меня посещает вдохновение и множество сопутствующих действий, таких как кадрирование, поиск композиции, происходят сами собой. С тех пор, как я примерно год назад начал ходить по улицам Лиссабона и искать эти решающие моменты, я могу сказать, что уличная фотография принесла саму жизнь в мои работы. Это позволило мне увидеть цель и получить деятельность, где я могу творчески себя выразить. Вам никогда не будет скучно, потому что если даже вы не живете в таком оживленном месте, как Лиссабон, уличная фотография — это повод для долгих прогулок, в течение которых вы откроете для себя заново то место, в котором живете, и множество моментов, которые вы хотите запечатлеть.